Шановні друзі, продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Весна – це той час, коли відбуваються численні виставки різних тварин. І коли власники домашніх тварин прагнуть їх показати широкому загалу. Так, найближчими вихідними відбудеться виставка «Собак» у Миколаєві. І сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати свого домашнього улюбленця до виставки. До нашої студії ми запросили голову Миколаївської обласної кінологічної громадської організації Олену Троян. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви не тільки багаторазовий учасник виставок, не один раз виставляли своїх власних тварин, а ще й один з організаторів виставки. Скажіть, з якою метою ці виставки проводяться? Это зоотехническое мероприятие, и это общение своих, ну, коллег, обмен опытом. Ну, в основном это идет показать достижения племенной работы. То есть мы видим красивую собаку на картинке, мы такую собаку хотим. Вот. А на выставке человек может познакомиться с ней более близко, посмотреть, какой у нее характер, подходит ли она ему, если человек разумно подходит к выбору собак. Вот. А также заводчики присматривают себе женихов, вот, для своих девочек. Вот. Потому что найти достойную пару и получить хорошее потомство – это процесс довольно-таки непростой. Почему? Потому что есть достоинства, есть недостатки. Вот выставка выявляет эти достоинства и недостатки. Вот. Выявляет также и характер собаки. Если собака нервная, злобная, недоверчивая, ну, относительно того, что не положено, допустим, быть декоративной породой, то такую собаку обычно судьи оценивают гораздо ниже, чем та собака, которая социальная, которая добрая, которая разрешает себя потрогать. Ну, я, конечно, не исключаю те моменты, которые собаки сторожевые. Да, там надо, собака должна быть управляема. Если собака управляема, значит, как бы то ни было, характер собаки, управляемость, дрессируемость передается по наследству. Это уже вы рассказываете про вимоги до тварин. А ми говоримо, хотілося б запитати ще от для глядачів, які не просто власники тварин, а просто глядачі можуть же прийти на виставку? Да, это для этого и делается именно выставка, не так, чтобы, допустим, племсмотр. Вот, которые внутри клубов, внутри организации, а именно выставка для людей, чтобы популяризировать породы, не только вот одну собаку, а породы, чтобы человек мог пообщаться. Ну, опять-таки, чтобы человеку не было скучно, мы устраиваем там маленькое шоу. Вот, шоу среди участников выставки для детей, для зрителей. Вот, и там проходят различные соревнования. Вот, допустим, самое любимое соревнование – это «Самая голодная собака». А давайте згадаємо, як це відбувалося минулого року. Завітаємо на одну з виставок, яка відбувалася в нашому місті. Виставку організували на честь пам'яті відомого кінолога Людмили Солохіної. Завдяки її зусиллям у нашому місті з'явилися собаки породи «Чорний тер'єр». Завдяки їй Миколаїв став законодавцем цієї породи не тільки в Україні, але й на всьому пострадянському просторі. Саме такого чотирилапого друга придбала собі Ірина. Говорить, що цей різновид собак є одним із найкращих охоронців. Всегда притягивалось внимание только к этой породе. Во-первых, они компактные. Во-вторых, они очень хорошие компаньоны, хорошие охранники. Даже в маленьких помещениях, если такая собака содержится в однокомнатной квартире, она никогда не мешает в пространстве человеку. Ірина розповіла, на виставці вперше, а вже вибороли титул чемпіона України. Лежать. Стоять. Ко мне.
На так званих рингах були представлені від найменших до найбільших порід собак. Головним завданням було показати уміння чотирилапих. Труд хазяїна, підведення ітогів того, яку він виростив собаку, чого він достиг. Тобто і породність, ну, собаки, тут визначається красиві породні животні. Ось для того, аби хазяїва та їхні улюбленці не сумували, для них влаштували різноманітні конкурси. Одному з таких під назвою «Кумедна зачіска» брала участь Ольга зі своїм цвергшнауцером. Говорить, що завжди робила улюбленцю стандартну стрижку, а тепер вирішила його підстригти як лоша. Також вона додала, цвергшнауцери – це найменші сторожові пси. Мене вона неоднократно дуже захищала, вона, коли на мене пробували нападати, то собака дуже бросалась мужчині в ноги, він не мог попасти, він як не старався, ні камнем, ні яким-то другим предметом, він в неї не попадав. Вона відбігала і знову набрасилась. Ми здійснили подорож у минуле, а зараз що нас чекає цього року? У нас зараз ми піднімаємо питання по поводу розвлекательної програми по дресировці. У мене зібралася невелика команда, яка буде показувати показательні виступлення, а найголовніше, що я людей уговорила, они будут делать испытания по собаке-компаньону непосредственно на выставке. Это большой экзамен для собаки, это большой экзамен для самого человека. Вот, это адреналин такой. Вот. Но у нас Ника наша Кульчицкая, она закончила Днепропетровскую дрессировочную школу по дрессировке. Вот, она будет принимать экзамены. Вот, это будет очень интересно. Человек творческий. Она своими руками сделала препятствие для нашего будущего аджилити. Я надеюсь, что когда-нибудь наша мечта сбудется, и у нас будут снаряды по аджилити. Это очень захватывающий спорт. Именно вот спорт на выставках, как можно вот развлекать людей. Вот, то есть это будет очень интересно. Ну, также у нас очень интересный тоже конкурс будет. Это вейпулинг. Вейпулинг – это перетяжка тяжестей. В зависимости, разница, чемпионом выходит та собака, которая перетянет больше своего веса. Не то, что лежит на тачке, допустим, если сравнить, допустим, немецкую овчарку и стаффа, вот, то весовая категория разная. А еще у нас когда-то пробовала делать перетяжку цвергшнауцер, но она могла оттянуть только саму тачку, но тачка у нас очень тяжелая, она весит почти 70 килограмм, вот, но она ее сдвинула, то есть это, конечно, был ажиотаж. И вот мы решили возобновить вот это вот соревнование, но это у нас будет не соревнование, это у нас будет просто развлекательно, потому что к таким соревнованиям надо готовиться, то есть не один день. А сколько взагалі планируется участников? Сколько пород? Пород очень много. Породы очень можно интересные. Просто прийти, подивитись. Да, надо прийти, посмотреть, потому что породы редкие, вот, породы новые. Поэтому я так думаю, что будет очень интересно. И количество животных, ну, для нас это, в принципе, я считаю, неплохо. Около 100 собак. Вот, то есть где-то плюс-минус, он очень много, каталог приготовился, те, которые заранее зарегистрировались и попали в каталог вместе с фотографиями, вот, своих питомцев, а там люди приходят еще, ну, во время выставки, то есть регистрируются. Отже, выставка – це, можно сказать, конкурс краси для тварин. Абсолютно правильно. Чи треба готуватися до конкурсу особливо? Обязательно. У нас в клубе проводятся хендлерские курсы. Это люди очень много узнают, как надо. И когда они приходят на выставку, у них уже на автомате срабатывает, как надо ее показать. Потому что человек, который приходит, говорит, а что там выставить ту собаку, там, взять ее на поводок? Нет. Даже умение правильно показать зубы, правильно в выгодном ракурсе преподнести ее судье. Но еще немаловажно, играет роль как хендлер, как владелец, сам одет. Потому что это шоу, это должно быть красиво. Если вы придете на выставку с брезентовым поводком, на шлейке или там в костюме, в котором вы выгуливаете, ну, свою собаку, то есть это не будет, ну, не эстетично, это не праздник. Все-таки выставка – это праздник, это шоу и для хозяина, и для собаки. Многие животные, которые приучаются с маленького, вот со щеночка, для них выставка – это они понимают, что ими гордятся, и они это преподают. То есть, да, вот мы такие красивые, у них тоже есть какое-то тщеславие. Пишаются, так? Да, тоже есть у них такая гордость. Вы нам не представили еще одного героя нашей программы? А, ну, это моя зайка, это у меня второе поколение моих мопсов, вот, она уже, ей уже 6,5 лет, назвала ее зайка и очень об этом пожалела,
потому что она у меня скачет, как зайка. Вот ей уже 6,5, она веселая. Участью, правда. Акажа, вот это вот ее награды. Вот, но это не все, это то, что я успела быстренько захватить. Вот, она у меня... Гран-чемпион, вот, чемпион Украины. То есть лучшего представителя породы баба у нее нет, но она дает отличных детей. Да, зайка? Она очень хорошая мама. А как же вы готовили зайку до выставки? Дрессировали специально? Вы знаете как, сапожник без сапог. Поэтому я это делала все в процессе. Я везу команду. Вот у нас вот здесь вот она была на Ривьере, была в Херсоне, Николаевский кубок, вот, в Киеве была. То есть я ее вот везу команду, учу людей, как надо с собаками работать, и заодно преподаю ей, заодно, не специально. Ну, у меня просто, ну, я же говорю, сапожник без сапог, как-то вот на своих животных времени, как всегда, нет. Ну что ж, зате в нас є буквально одна хвилина для того, щоб запросити городян на виставку. 16-го суботу апреля у нас будет выставка с присвоением титула чемпиона Украины, будут все породы. Пожалуйста, приходите, у нас будет очень интересная развлекательная программа. Готовьте песни, стихи про собак. Готовьте своих животных, у нас будет перетяжка каната, у нас будет таланты четвероногих, у нас будет лучшая группа, лучшая... А самое интересное у нас конкурс будет, это схожесть хозяина и собаки. Вот, это люди, которые умеют ценить чувство юмора. Вот, это вот замечательные такие у нас придуманные конкурсы. У нас бывает импровизация, потому что если у вас есть какая-то идея проведения конкурса, мы всегда это примем с радостью. Ну что ж, у субботу, 23 квітня, у нас выставка, всеукраинская выставка, чемпионат Украины всех пород. Пожалуйста, добро пожаловать. Сначала в 11, вот, регистрация, кто будет хотеть зарегистрироваться, с 9. При себе иметь обязательно ветеринарные паспорта с прививкой против бешенства. Вот, так что добро пожаловать. Красиво одевайтесь, берите костюмы. У нас будет конкурс «Костюм для животных», самый лучший костюм. У нас приготовлена масса подарков. Вот, мы никогда не страдали скупостью, поэтому приходите. У нас будет развлекательная программа. И изюминка нашей выставки – это будет фристайл. Это будет танец с собаками. У нас человек везет этот танец с собаками с Ильичевского. Очень хороший дрессировщик. Он нам покажет это шоу, как даже вот я не могу сказать, у нас еще такого не было. Ну что ж, дивіться стадіон «Юність» 23 квітня.